стильно, модно и комфортно. Площадь и сквер перед кинотеатром «Болгария» превращаются в современное, по-южному зеленое место отдыха. Территорию полностью выложили новой плиткой и уже начали высаживать кустарники и клумбы. Скоро здесь появится и 30 новых деревьев. Красные клены и декоративные яблони. Преображение завершится к 15 декабря. Горожане следят за изменениями своего любимого места для прогулок. Везде бы так делали, по всему городу. А так приятно смотреть. И есть с кем погулять, где с ребенком. Работают много, ну а так хорошо высаживают, постелили. Ну хорошо, будет новое, сделано очень будет. Мне нравится. Мы давно хотели, чтобы преобразили площадь, и очень рады, что это наконец-то началось. Надеюсь, что и закончится так же удачно. Территория перед старейшим Краснодарским театром – одна из пяти в краевой столице, которые вошли в федеральную программу формирования комфортной городской среды. По ней до конца года приведут в порядок еще два сквера, площадь, бульвар и 8 жилых кварталов, чтобы 2018-й главный город края встречал обновленным.